Консультации, бесплатное обучение, юридическая помощь и даже микрозаймы. Проще говоря, все от и до. Нужно лишь желание. В отличие от других городов, где уже подобные центры функционируют, в Улан-Удэ добавили самую актуальную карту города, которая, оказывается, дает много преимуществ. Ты можешь выбрать локацию, которая тебе интересна для твоего бизнеса, посмотреть, кто у тебя конкуренты. Ты можешь составить бизнес-план сразу же, в зависимости от того, сколько у тебя будет работать сотрудников, сколько у тебя есть там, первичного капитала, и посмотреть, через сколько твой бизнес оправдает свое существование. Глава Бурятии принял участие в открытии и наградил тех, кто уже успешно стартовал и показал хороший пример. Да, действительно можно. Некоторые даже призадумались о смене профиля. Свой бизнес можно начать отсюда. Есть идеи, есть желание, приходите, попробуйте. Попытка не пытка. Попытка – это начало своего дела, начало своего нового жизненного пути. Данный ФЦ для бизнеса – это тот тренд, который мы считаем, что он должен развиваться. И в целом не только, скажем, в масштабах города Улан-Удэ, республики, но и в районах республики. Планируется, что центр станет своеобразным проводником предпринимателей не только для региональных мер поддержки, но и федеральных. Здесь также можно будет получить консультацию и подать заявку для участия в различных всероссийских программах. Центр «Мой бизнес» работает по адресу улица Смолина, 65. Двери открыты для всех желающих. Никита Суханов, телекомпания АТВ.